Здравствуйте, дамы и господа. Волошин Максимилиан Александрович. Если сердце горит и трепещет, если древняя чаша полна, горе, горе тому, кто расплещет эту чашу, не выпив до дна. В нас весенняя ночь трепетала, нам таинственный месяц сверкал. Не меня ты во мне обнимала, не тебя я во тьме целовал. Нас палящая жажда сдружила, в нас различное чувство слилось. Ты кого-то другого любила, и к другой мое сердце рвалось. Запрокинулись головы наши, опьянились мы огненным сном. Расплескали мы древние чаши, налитые священным вином. Всем спасибо.